Приветствую всех на канале. В прошлом видео я разбился на пятерке, ушел в большие долги. У меня сейчас на счету минус 17 тысяч долларов. И попробуем как-нибудь это сегодня исправить. Так, ну давайте возьмем заказ. Он неплохой у нас на 1700 километров. Так, аккуратненько едем. Сегодня, самое главное, сегодня нам не разбиться. Так, поворотничек. Все будем делать по правилам. Ехать будем по правилам, аккуратненько, не торопясь. Так, вот все, красный стоим, обгонять не будем. Так, что ж такое медленно-то, ну ладно. Так, чуть-чуть подруливаем. Ну, тут можем разогнаться уже, да, обогнать его. Так, я, короче, понял, что означает у нас... Сверху, вот первый это километр, да, это всем понятно, там литры понятны и хп. Я не понимал, что такое РПМ, и оказалось, что это оборотов в секунду. Вот, потому что, смотрите, смотрим на приборке, у нас 20, да, показывается, тут 2000 у нас тоже. Вот, когда мы остановились, у нас 0. Вот, довольно-таки интересно, в принципе. Не знаю, зачем, конечно, нужен здесь, но ладно. В принципе, когда я еду, мне неудобно смотреть в ту сторону и смотреть, какая у меня там скорость, мне лучше на спидометр посмотреть. Но для точных показаний, в принципе, это неплохо сделано. Вот. А также у нас показывается скорость, да? Вот, пятый у нас сейчас. Так, ну, мост. Едем плавненько, аккуратненько. Я потихонечку ходит бензин и потихонечку разгоняемся. Разгоняемся мы медленно. Но все же, разгоняемся. Так, ну давайте попробуем обогнать вот таким вот образом. Блин, задели немножко, ладно. Так, и у нас сейчас поворот. Да. Газ... Ну блин, сейчас вот надо лучше затормозить, да? Тормоза плохие, плохие тормоза. Ой-ой-ой-ой. Ну как так-то, ё-моё, чё ж мне так не везет? До этого работал, все везло, бабки катились, все у нас было идеально, а вот сейчас что-то фигня какая-то происходит, честно. Вторая уже серия, блин, и во второй серии уже подряд у нас какие-то неполадки и проблемы, это прям огорчает очень сильно меня. Эх, ну ладно, едем. Немножечко набираем скорость, в принципе, недалеко нам вроде ехать. Блин, обидно, серьезно. Решил снять серии, да, и ушел в дикий минус. Ну, ничего, у нас еще 63 хп осталось. В принципе, должно хватить. Так, вот оно. Вот оно наше. У нас уже наш пункт, отмеченный флажочком. И еще чуть-чуть, и мы уже доедем. Так, на скорость потихонечку сбавлять. Скорость у нас что-то высокая. Так, все, завернули. 6 хп осталось, не обращайте внимания, я... Обрезал некоторые моменты. Вот. Ну, а там не из-за моей вины, на самом деле. А там получилось так, что... Я поворачивал, и сзади меня... Ну, пришлось затормозить, конечно же, и сзади меня подперли. Ну, ладно. В принципе, ничего. Ну, по превью, наверное, уже видели, да, вот это как раз пробка у нас и сформировалась. Так, давайте возьмем заказ небольшой какой-нибудь. И попробуем на этих 6 хп доехать до него. Ну, 1700, ладно, можно сказать, обратно едем. Так. Все, аккуратненько будем ехать. Прямо главное, чтобы на этой машине нам тоже плохо не было. Так, все, и разгоняемся. Все, газуем. Так, сколько мы с вами получили? У нас сейчас 11 394. Ну, будем округлять, ладно, 300. Просто 300. 700 получается. И 9. Я уже не помню, какой у нас минус был. А, минус 17, вот. Получается 5700 мы получили. Ну, ладно. В принципе, не так уж и все плохо. А, нет, не 5. Вру.
Ребята, математика, да? Учимся. Получается, 8700 мы получили. Это, в принципе, довольно-таки нормальные деньги. Смотрите, как она плохо груженная едет в горку. Это прям вот я сейчас педаль в пол жму, ребят. Да, оборот у нас на минимуме. Тоже что-то как-то слабо набирается. Ну ладно, так. Все, тут должна поехать у нас. Едет медленно, и из-за того, что, наверное, подбиты все-таки. Потому что, ну, это вообще... Выше 2000 она не берет, сразу переключает, ну, это понятно. Так, четвертое. Пятое. Во, все. Что-то автомат плохо работать стал. Блин, на самом деле это круто оформлено, если получается, когда подбит у нас мотор, он плохо работает, плохо переключает передачи. То есть я сейчас еду, он еле-еле набирал, да, вот в горочку. Сейчас в горочке более-менее раскатились. Ну, блин, это такое себе. То есть вот я смотрел, передачи у нас менялись, и менялись они у нас очень сильно плохо. Ладно, едем. Нам осталось до пункта немножечко еще. Поток опять машин здесь хороший. Так, ну что, что могу сказать? Сейчас уже практически доехали до конца. Влезли в громадные долги, и надеюсь, мы их раздадим все эти долги и уйдем в минус. Не, не дай бог уйти в минус. И раздадим их, и будем жить тихо и спокойно. Так, ладно, проехал немножечко. Давайте выгрузимся. Вот здесь вот. Ну, блин, если честно, я думал, что сегодня все пройдет тихо, спокойно, гладко, но оказалось, что нет, вообще нет, никак. Ну, на этом закончим, наверное. Вот, все, выгрузились. Такая вот у нас получилась серия. Серия не очень позитивная, так как все-таки ушли большие долги. Ну, на этом закончим.